Есть такое выражение: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». То же самое и в спорте. Плох тот спортсмен, который не мечтает стать чемпионом. Но лишь единицы становятся поистине настоящими чемпионами. Характер настоящего победителя формируется не сразу. Для этого порой необходимо пройти большие жизненные испытания. И тот, кто пройдет путь до конца, сможет стать чемпионом. Некоторым от рождения дано больше, чем другим. Кому-то физическая сила, кому-то сила духа, а кому-то и то, и другое. В любом случае, дух, тело и воля закаляются, и шансы стать чемпионом есть у каждого, невзирая на то, что кому-то природой дано изначально больше. Знакомьтесь, новый герой борцовского клуба – Турал Рагимов. В боях его прозвали «Железный человек». Это боевое имя ему дали неспроста. Турал, по мнению тренеров и друзей по команде, обладает железной волей. Пройдя огромную школу различных боевых искусств – карате, самбо, боевое джиу-джитсу, фрифайт, ориентал – Турал добился в этих видах высоких результатов, завоевав титулы чемпиона мира и Европы. Затем Турал перешел в ММА, где на сегодняшний день имеет рекорд из 13 побед и всего 2 поражений. Причем все победы Турала в ММА досрочные, а поединки признаны лучшими боями вечера тех турниров, на которых они проходили, включая и 4 боя в организации М1. Борцовский клуб «Железный человек» попал совсем недавно с целью подготовки к своим новым турнирам в ММА и, в частности, к очередному турниру в организации М1, который станет для него претендентским, то есть в случае победы уже следующий бой Турала будет для него титульным за звание чемпиона мира по версии М1. Не так давно в команде «Борцовский клуб» появился новый спортсмен высокого уровня – Турал Рагимов. В силу обстоятельств этот парень остался без тренера, а ему надо было готовиться к претендентскому бою. В случае победы, следующий его бой был бы за звание чемпиона мира организации М1. Нас познакомили друзья, так мы и начали свое сотрудничество. Для подготовки к бою нам оставалось 2 месяца. В течение этого времени сменилось 3 соперника, и окончательным решением соперника против Турала был хорват Антон Рачич. Это спортсмен, у которого 17 побед в ММА за счет хорошего партера. С настроем на этот бой в итоге мы вылетели в Ингушетию за 5 дней до боя. В течение этих 5 дней предстояло досогнать вес, а к этому бою Турал гонял около 11 килограмм, и последние килограммы нам давались очень сложно. Мы хотели их догнать в ванной горячей. Но в отеле, где нас поселили, не было горячей воды, и поэтому нам приходилось тренироваться в сгоночных костюмах на улице, в горах. Хочу отметить, что тренировки за такое короткое время уже неэффективны, они не нужны, они наоборот мешают. Но в нашем случае другого выхода не было, как согнать вес. А сейчас уже последний вообще, уже даже жир нет, жидкости нет, вот еле-еле уходит. Первые 10, да, нормально вообще. Не чувствовал, ты же видел, да, я бодрым был. Было бы горячей воды, там бомба. Было бы, да, легко случилось. Помимо сгонки веса, приходилось участвовать в съемках рекламных промо-фильмов, которые были организованы М1 для раскрутки боя Турала. Съемки проходили в горах в очень красивых местах. Когда остался в
всего лишь один день до боя и одна ночь. А обычно вот эту последнюю ночь спортсмены очень тревожно спят. Вот Урал спал как младенец, можно сказать. Очень глубоко, и более того, когда мы его утром уже будили, он попросил дать ему еще времени чуть-чуть поспать. И в дальнейшем, когда мы уже ехали в автобусе к месту проведения поединка, Турал также спокойно, безмятежно спал. И не только это говорит о его олимпийском спокойствии. Когда мы приехали к месту проведения турнира, был очень сильный дождь, и размяться полноценно не представлялось возможности. Нас разместили в вагончиках, где очень много было народу, и невозможно было разминаться нормально. Поэтому разминка была такая, очень такая скудная. Еще я хочу отметить то, что перед тем, как выйти на поединок, Турал улыбался, рассказывал анекдоты. Я его хотел пытаться настроить, когда он мне сказал, что он так настраивается, то есть ему не нужен настрой. Основной настрой будет тогда, когда он перешагнет канаты рейджа. Так было всегда с ним, он никогда не настраивался заранее, никогда там ни за минуту, ни за две, ни за десять. У него момент настроя – это тот самый пик, когда он переходит в клетку, в рейдж, в ринг. Скажу сразу, это был очень красивый, драматичный бой. Таких боев интересных я давно не видел. Сначала Турал доминировал, навязывая жесткий стиль ударной техники. Затем инициативу забрал Антон Рачич, сумев навязать свой стиль поединка, то есть партер. В партере Антон очень силен. Турал пытался вставать, и было видно, что очень сложно. Антон его опять переводил и оказывался сверху. Он его залеживал, он не мог ему сделать болевой прием. И по очкам в какой-то момент он стал выигрывать. К третьему раунду сложилась такая ситуация, что если Турал не выиграет досрочно, то есть болевым или нокаутом, то победу отдадут хорвату. Но выиграть хорвата в партере болевым приемом партериста – это очень непростая задача. Нокаутировать тогда, когда уже к третьему раунду не оставалось силы, вообще надо еще при этом было встать, естественно, непросто. Оставались секунды до боя. Казалось уже все, этот бой не вырвать. И тут Турал сделал невозможное, я бы сказал. Он нашел в себе силы встать, бросить своего соперника. И более того, он ему сделал болевой прием партеристу. С 17 победами в ММА в партере он сделал ему рычаг локтя. В дальнейшем президент организации М1 Вадим Фелькенштейн признал, что это лучший бой вечера и наградил Турала отдельным бонусом, который предусмотрен в организации. Бонус составил к гонорару плюс $1000. И тут я еще хочу отметить одну особенность Турала – умение благодарить. После боя во всех своих интервью он благодарил тех, кто помогал ему готовиться к этому бою. Это говорит лишний раз о его внутреннем состоянии. Я благодарю своему тренеру Сергею Никитину, потому что очень много времени он потратил на меня. И из-за этого человека я сейчас в таком уровне, я боролся с ним. И благодарю мне руководство Мамишев Тим. И главе Вагиф Мамышева благодарю, потому что всякие условия он создает для нас, чтобы мы выступали в высшем уровне. Хочу благодарить всем нашим болельщикам. Почти мои друзья считают, что я ингуш. Я Вагиф Азербайджанин. На второй руке считается ингушетра. Хочу благодарить моему тренеру. Сергей, я тебя благодарю. Ислам, благодарю тебя. Мухаммад, Абдуманаф, Нурмагомедов, я вам благодарю. Я хочу благодарить руководство Мамишев Тим. Ингушский народ очень тепло встретил победу Турала. И потом на банкете, посвященном успешному окончанию турнира «Битва в горах», сам президент Ингушетии, глава республики Юнусбек Евкуров, отметил лично яркую победу Турала и подарок сделал от себя. После этого турнира мы приняли окончательное решение о нашем сотрудничестве и о продвижении Турала уже в зарубежные организации ММА, где он за свои поединки сможет получать большие гонорары. Мне сказали, рекомендовали Сергея Никитина, чтобы он мне поставил четкий партер, уход из борьбы, уход с партера, контратаки как соперника, потому что говорили, что он очень хорошо соперников изучает.
он тебя хороший партнер поставит. Вот я решил уже у нее тренироваться, я уже месяц у нее тренируюсь, вот результат показал. Мы все сделаем, максимально все, для того, чтобы ты был в UFC, да? Чтобы ты был там, где ты хочешь быть, да? Да. В любой момент есть возможность выйти на замену, да, если предоставится шанс. Кто-нибудь травмировался, и у кого-то еще проблемы с визой, там, раз заменил, да? Наша цель UFC, поэтому, чтобы максимально сократить тебе дорогу к UFC, нужна вот эта виза, потому что тебе сейчас нужны победы над очень качественными соперниками, желательно над людьми, которые уже дрались в UFC, в WEC, там, в Strikeforce, в Bellator, да, ветераны вот этих организаций тебе нужны. А где таких ветеранов найти? Таких ветеранов проще всего найти в американских организациях. То есть тебе нужна рабочая виза с правом выступления в США. То есть желательно тебе вообще там бои сделать. Вот. Будем надеяться, что спортивная карьера Турала сложится так, как он задумал, и вскоре мы увидим его в UFC. А пока Турал совершенствуется в ММА, команда борцовского клуба будет делать все возможное по продвижению Турала в эту организацию и подписание с ней контракта. Тем временем другие спортсмены борцовского клуба, которые также мечтают о победах в ММА, набираются опыта на турнирах по другим видам единоборств, из которых состоит ММА. В данном случае это грэпплинг. Ведь ни для кого не секрет, что одна из основных составляющих смешанных единоборств – это борьба в стойке и в партере. И вот команда на турнире. Первым пытался проявить себя знаменитый Вася Польёк, который в этот раз расслабился, недооценив ситуацию во время борьбы, и результат оказался таков. Но в этом поединке можно отметить один важный момент. Невзирая на поражение, Василий боролся до конца, проявив волю к победе, не сдавшись. Не будем судить о необходимости такого поступка, но отметить волю Василия стоит. Я такой сон прикольный видел. Хорошо показал себя Мамур Хандамов, уже окрепнув после полученной травмы. Рыжий, который наконец осознал необходимость таких выступлений, также принял участие в турнире, но результатом остался недоволен. В любом случае, поражение многому учат. Хангор Апинов также вышел на ковер после неудачи и в этот раз не упустил свои возможности. Хангор одержал ряд побед и стал чемпионом. Пришло время и Марата Балаева, о котором мы рассказывали в прошлой серии. Марат – самый возрастной спортсмен команды борцовского клуба. В свои 39 лет Марат поставил себе задачу – стать чемпионом по ММА. И вот выход на его первый турнир по грэпплингу. На этом турнире Марат смог показать себя хорошо, заняв призовое третье место. Но спустя всего 2 недели Марат попробовал себя вновь на подобном турнире, также заняв призовое место. Просто призовые места не устроили Марата. Так он принял решение выступить в третий раз, где опыт предыдущих выступлений ему очень пригодился для осознания прошлых спортивных ошибок, и результат не заставил себя ждать. Марат стал чемпионом. Прошло ряд турниров по грэпплингу, где я участвовал, стал 2 раза третьим. Поработал над ошибками, и с 3-го раза получилось стать первым. Ну, выигрывал за счет позиционной борьбы в основном. Есть над чем работать. В следующий раз я буду стараться заканчивать в грэпплинге борьбу болевыми, удушающими. Также буду участвовать в боевом самбо, профессиональном, в ММА. Думаю, в ближайшем будущем вы меня увидите и там.
Максим Щекин также представил борцовский клуб на турнире по грэпплингу. Хотя Макс и является ударником в единоборствах, но умение бороться, которое он черпает в борцовском клубе, помогает Максу и в боях ММА. Например, в прошлом своем поединке Макс уже на первых секундах сломал себе кисть, но благодаря борьбе в партере одержал победу болевым приемом. Теперь, когда травма зажила, Макс ищет любую возможность для совершенствования своей борьбы и для сохранения соревновательного духа. В ближайшее время Макса ждет турнир по ММА «Вечер боев» в Москве. На данном турнире по грэпплингу Максиму не удалось занять призовое место, но полученный во время борьбы опыт ему обязательно пригодится. Мы тем временем возвращаемся на тренировку, которую Сергей Никитин в этот раз начал с работы над ошибками по результатам недавних турниров. Сейчас грэпплинг был, да, у нас там несколько схваток. Вася там удушающим, там Марат тоже, треугольником и так далее. Сейчас как раз защиту отработаем от удушек, от треугольника, от гильотины, от со спины, когда вас душат, когда обычная гильотина. Когда прихватывают, начинают на гильотину прихватывать, вот как только первая рука пошла, первая рука, сразу же надо идти навстречу этой руке. То есть не ждать, пока он возьмет, да. И мы кладем кисть сразу же на эту руку. То есть вот, допустим, Ваня, давай. Оп, давай. Оп, сразу. Я сразу же навстречу кладу кисть. Вот, оп, и прижимаюсь. То есть первое, о чем я должен подумать, это о том, что зафиксировать, не дать ему возможности использовать руки. Вот только пошла рука любая. Оп, сразу же, вот сразу же. Спина, если происходит. Вот как только идет рука, я иду ей навстречу. Своей кистью, оп. Идет другая рука, иду навстречу ей. Вот, оп. И стараюсь, смотрите, снимать и желательно, конечно, прихватывать. То есть если я подмышку зажал руку, то я уже могу защищаться. Когда треугольник делают. Первый момент – это защита вот этими местами, да, предплечьями. То есть он начинает закидывать. Я оставляю ее, стараюсь цепить навстречу пальцы, знаете, такое движение, такое или такое делать. Самое главное, да, конечно, понимать, что его задача убрать вам руку, да. Смотрите, но если он уже убрал руку, вам еще есть момент такой. Привстать немножко и высунуть руку, ну как бы, еще где пах, если еще есть зазор. То есть пока он только закидывает ногу, у вас еще есть, вот смотрите, и сцепить их, смотрите. Вот. Вот. И вот такое движение, он уже не задушит. Дальше, смотрите, я могу на колено, коленом раздвигать его. Могу все то же самое. Скручивание делать. Если не получается какой-то момент, у него очень мощные ноги, если он пошел, убрал. Оп, на встречу сделал. Вот. Я могу какое-то время привстать, так и голову устроить. Так, оп. То есть мы не ждем, пока он, даже если вас сначала не душит, кажется ерунда, потом уже будет поздно. Самое главное подумать именно о его руке, а не даже об этом. Кажется, что если он не зафиксировал ногами, то еще время есть, а иногда уже его и нету. Поэтому надо думать сначала про руки. В крайнем случае бывает, когда он накинул ногу, надо сразу же оттянуться и вот и просунуть. Вот так. Вот. А вот смотрите, он так прижал, смотрите. У вас еще есть возможность попытаться. Ну как бы так пьем, вот, хотя бы пальчики просунуть, чтобы вот так сцепить. И еще одна приятная новость для зрителей борцовского клуба. Для того, чтобы тренироваться и совершенствоваться могли не только спортсмены борцовского клуба, но и те, кто следит за этим проектом, принято решение создать новый проект. Тренировки с борцовским клубом. Съемки уже начались.